Села я сейчас, даже не знаю, что делать. Или перекрашивать, или закрашивать, или исправлять проблему, я даже не знаю. Вчера у меня было неудачное покрашивание. Вот такое вот. Видите, тут у меня вообще все как-то, как будто пятнами. Я не знаю, где я накосячила, почему так получилось, ведь уже на протяжении где-то около 6 лет я блондинка, и у меня, мне кажется, никогда такого не было. Один раз было, но я взяла не ту краску, которую брала обычно, попробовала просто поэкспериментировать, так сказать. Вот этой краской я закрашиваю себе всегда отросшие корни, делаю переход, но в этот раз что-то пошло не так. Камера еще немножко высвечивает, поэтому вам не так видно, как мне, например. Не знаю, как так получилось. Я планировала сделать легкий переход, или я не додержала, или это и правда не та краска. Но что-то у меня есть сомнение. Я вчера снимала видео, как я красилась, как я делаю переход, все, что у меня в итоге получилось. Но когда я увидела результат, я решила, что я это видео не хочу выкладывать, я не хочу это снимать, настроение на весь день испортилось, потому что все-таки волосы, знаете, цвет, светлый цвет вообще, очень тяжело сделать так, чтобы он был красивый. И шаг влево, шаг вправо, и ты все портишь уже. Поэтому сегодня хочу еще раз дать шанс этой краски. У меня осталось как раз пол тюбика. В принципе, мне на корни этого хватает, потому что тюбика мне раньше обычно хватало на 2 раза. Все остальное мне красить не надо. У меня есть оттеночный шампунь, бальзам, и я им потом закрашиваю. Там как раз осталось на 1 раз, наверное, да, потому что по легкости все, и надо идти новый покупать. Возьму в следующий раз более бюджетный, потому что этот мне хватает где-то на месяц, и цена его по скидкам где-то 6-5 евро, точно не помню, в пределах вот 5 евро, короче. Я знаю, что есть другие аналоги, более дешевые, за 2-3 евро примерно, и по составу, и по действию они, в принципе, такие же самые, но это как мне сказали, не знаю, но буду экспериментировать. Знаете, волосы ни ноги, ни руки отрастут, поэтому сейчас будем закрашивать, посмотрим, что получится. Я надеюсь, у меня получится то, что я хотела, но придется сделать без перехода, естественно. Извините, там шумит Даяна, без нее никак. Просто закрасим все волосы. И все, и будем ждать, пока в следующий раз отрастет, тогда само как-то получится с переходом. Ну что, начнем? Так, я корни покрасила, одеваю просто резинку, концы я не красила, ничего, я сейчас буду ходить полчаса, я очень надеюсь, что все возьмет. Я попыталась закрасить все, у меня как раз закончилась полностью вся краска. Ну что, с Богом, ждем 30 минут, а пока я хочу сделать масочку, которую купила позавчера. Вчера, к сожалению, я использовала ту маску, которую я купила тоже позавчера, это типа как скелет. Я вставлю сейчас немножко видео, как среагировала Даяна на меня в этой маске. Как приятно посидеть вечерком у камина. Она водянистая прям. Пахнет она вообще не очень. Ой, какая прям водянистая. Ой-ой-ой. Ой, какая я буду милая. Даяна, смотри. Ой, холодная. Даяна испугалась. Опа, вот так вот буду ходить с ней. Честно, она на запах не очень. И брала, кстати, я их в тайгере за евро.
такая вот я лисичка. Ну что, я помыла голову, высушила. В итоге стало чуть-чуть светлее, знаете, вот этих темных пятен нету, все стало рыженьким, таким светлым. Но это не то, что мне надо было, кошмар, у меня такого никогда не было. Сейчас я приготовлю обед, уложу Даяну спать и быстренько сбегаю в магазин, куплю другую краску. Может быть, конечно, хотя, ну нет, я брала всегда ту краску, не знаю, в чем дело. Не думаю, что у них как-то состав поменялся или что-то, потому что еще буквально месяца три назад, наверное, я этой же краской красила корни. У меня, потому что было две упаковки. До этого я не помню, чтобы я потом еще подкрашивала. Короче, возьму другую краску, куплю новый оттеночный этот крем, потому что мой закончился. И буду фиячить дальше. Слава богу, волосы не портятся. Потому что краска без аммиака, но в принципе у меня ничего не жжется, видите, они как были, так и остались. У меня волосы очень тонкие, но пока целые. Я вообще не боюсь и не переживаю за волосы, ничего страшного, отрастут. Все, я пошла делать обед. У Даяны на обед вот такие будут макароны, это подлива из томатной пасты, сметаны, фарш куриный и шпинат с укропом. Сейчас будешь ням-ням, все, хочет уже кушать. Все, сейчас буду греть, а у меня будет вот такая вкуснота у меня сегодня будет. Все очень просто. Очень хотела пюрешку, знаете, но так уже было лень делать, я уже просто не успевала. Так что всем, кто кушает, приятного аппетита. Да, я на свои макароны почти доела. Как только увидела, что я делаю салат, все, макароны на задний план. Давайте мне салат. Вкусно? Сейчас покушаем и спать, да? Ну что, я покрасилась. Получается, у меня была вчера одна покраска. Это самая неудачная. Утром покраска, и днем, пока Даяна спала, я дважды красила уже новой краской, но я не понимаю, где я накосячила, хотя я уже дважды выходила с черного цвета в белый, и у меня никогда не было таких проблем. Или я явно что-то сделала не так, хотя, опять же, я говорю, я дважды выходила с черного, и всегда все было замечательно. Именно вот такой ржаты у меня никогда не было. Не знаю, почему так. Ну ладно, главное, что в принципе, я уже почти довольна. Смотрите, что у меня осталось. Та-дам! Ну, как сказать... Еще пару покрасок, я думаю, именно вот прямо на эти, на корни. И тогда я думаю, там Даяна, и тогда я уже думаю, будет гораздо лучше. Но я уже сегодня не буду красить, завтра тоже. Еще пару дней похожу такая, потому что надо все-таки волосам немножко отдохнуть, потому что последняя покраска далась мне... С потерями. Небольшими, но потерями. Я сзади там, не знаю, как я попала на саму длину, видите, и тут есть небольшой пушок. Прижгло. Но ничего страшного. Я считаю, пускай лучше так, чем ходить рыжей. Отрастут. Поэтому на этой неделе, скорее всего, я больше трогать их не буду. Хотя, зная себя, я помню, один раз допалила так волосы, что у меня аж прям... Они короткие-короткие были. А сейчас у меня вся длина осталась, все хорошо. Так что 4 покраски, в принципе, мне небольшим пушком обошлись. Так что вот так вот, я почти довольна. Теперь буду съемки вести вот так снизу, потому что сверху это какой-то кошмар. Мне сегодня показалось, что на меня все люди в магазине и на улице смотрели, особенно это были девушки. Не знаю почему, но я замечала на себе взгляды. Может быть, они смотрели на мою слишком яркую макушку. Да, да, Яночка? Да, Яшка лезет тут. Ладно, пойду ее готовить. Не знаю, хочу что-то приготовить ППшное.
Потом надо, наверное, прибраться дома. Все. Решила я нам с Даяной приготовить овсяное печенье. Старшая у меня не ест практически ппшную выпечку. Вот только торты, в принципе, да и все. Так, печенье у меня будет с такой шоколадной крошкой, с ореховой крошкой. Короче, все очень легко. Ссылочку на рецепт оставлю в описании. Смотрите, какие красивые получились. А как они пахнут. Шоколад. Отправляем в духовку. И после готовки вот столько вот уборки. И это просто 9 печенюшек. Вы представляете, еще плюс тут. Это все, когда снимается видео, вот так вот делается. Когда я не снимаю видео, я сразу складываю, знаете, в посудомойку, например, или в раковину. Тогда не такой бардак. А тут надо все быстренько делать, поэтому времени убираться нету. Вот так вот, сейчас буду убирать и буду кушать яблочко. Все, у меня все чисто, красиво. Сейчас жду свои печеньки. Надо идти с Даяшкой убираться. Тут у нас тоже полный бардак. А хотя не бардак, надо полы помыть. Ай, свечки мои. Мне они все так и не нравятся. Вот то, что цвет, знаете, разный. Надо было, наверное, все одного цвета брать. Даже не знаю. Все, не могу подставочку под них найти. Даяна, кстати, своровала домик, тут стоял. Видно, она сказала, что нет, мама, не нравится, убирай. Ну, кстати, пахнут они на всю эту комнату. Комната не маленькая и запах такой хороший. А вот освежитель, увы, не пахнет. Я здесь два намешала, столько палочек, и по запаху он вообще никакой. О, сапожки. Да. Ты хочешь на улицу? Но там нет дождя, там моросит, но именно дождя нет. Мне сейчас надо все это перебрать. Взяла это. Ну что, Даяна, будешь мне помогать перебирать все это? Да. Там, видите, там под одеялом целая куча белья еще. О, плойка моя. Я ее сегодня все утро ищу. Это, видно, вчера старшая брала. Это мамин утюжок. А я ищу, хожу, ищу. Да, вот так вот. Это Милана поставила. Ах, ладно, все, будем перебирать это все, наводить порядок, убирать, мыть полы, пылесосить. И я хочу посмотреть какой-то фильмец, потом сесть, да? Так, удивуйте. Печеньки готовы, я только что одну уже слопала. Они очень вкусные. Кто любит сладкое, добавляйте больше сахара. Но мне прям сладкое-сладкое не надо было. Шикарные печеньки. Видите, какие они? Потому что ореховые еще. Сейчас я их перемещу вот в такую баночку. И будут они у меня там жить.